Кандидаты в партии, в депутаты от партии «Гражданская платформа» теперь известны поименно. Партия зарегистрирована в Горсбиркоме, список из 55 человек. Возглавили его бизнесмен и меценат Константин Сенченко, адвокат и правозащитник Александр Глесков, который, кстати, является действующим депутатом Красноярского горсовета. И глава строительной компании «Сибиряк» Владимир Егоров. Я уже второе удостоверение получаю. Я уже зарегистрирован как кандидат в одномандатном округе. Ну и, соответственно, как лидер списка здесь. По времени, я считаю, что сверхдостаточно, тем более город у нас подготовлен к выборам. Эти выборы у нас необычные, чему-то он заранее начинает шуметь, заранее начинает нудить.